В ITTV студии в тестовом режиме заработал телесуфлер. Его можно использовать где угодно и как удобно. Итак, что такое телесуфлер? Работа на телевидении предусматривает большое количество публичных выступлений. Конечно, они отличаются от тех, которые даются вживую, но имеют много общего. Что же такое телесуфлер? В своей простейшей форме это устройство, которое позволяет оратору видеть слова, которые ему нужно сказать на экране. Это дает сразу два преимущества – зрительный контакт с аудиторией и отсутствие необходимости заучивать текст. При правильном подходе телесуфлер может существенно облегчить работу телеведущего на телевидении. На данный момент используется фон под названием «Хромакей». В народе его называют «зеленка». Как видите, при монтаже можно использовать любой фон позади меня. В качестве заднего фона используется цветной экран, получивший название «Хромакей». Обычно синий или зеленый. Выбор цвета не случайен. Насыщенный синий или зеленый наиболее просто подвергается обработке, заменяясь на черный, точнее прозрачный фон. В то время, когда проводится съемка, зеленый экран становится невидимым. Его место заменяет другое изображение, которое становится задним фоном. Для внедрения и повсеместного распространения цифровых технологий в телевидении и видеосъемке для создания различных визуальных эффектов использовались такие приемы, как монтаж, комбинированные съемки и так далее. Однако сейчас эта задача решается гораздо проще и быстрее с минимальными затратами. В частности, широкое распространение получил ChromaKey – технология наложения нескольких изображений на один кадр с созданием полной иллюзии реальности. Студенты IT-университета, а именно секция журналистики, могут испытать новые технологии в лаборатории 205. Телерадиостудия находится на втором этаже. Добро пожаловать!